Девы, приветствую вас, мои дорогие. Давайте посмотрим ваш расклад на декабрь месяца. И первая карта для вас, мои дорогие, колесо фортуны. Фортуна на вашей стороне. Именно вот на начале месяца декабря, мои дорогие девы, фортуна на вашей стороне. Фортуна дает вам шанс, какие-то новые идеи, мысли. Здесь, знаете, даже вот те мысли, идеи, которые вы бы хотели вот воплощать, они приведут вам к этому, ну, как бы к успеху. Но смотрите, здесь тоже колесо фортуны говорит о том, что все зависит, как ваши жизни происходит. Почему? Потому что колесо может, знаете, крутиться. У вас может быть происходить такие, знаете, ситуации, которые одно и то же, знаете. Но как бы начало месяца дает то, что фортуна на вашей стороне. Посмотрим следующая карта на начало месяца, мои дорогие. Двойка пентаклей. Здесь вот почему и говорит вот фортуна, что на вашей стороне, конечно, но колесо может крутиться. И вы, если здесь касается именно рабочие моменты, вы должны понимать, что вы должны контролировать, если какие-то ситуации в вашей жизни происходят. И если вот касается отношений, вы тоже должны понимать, что вы, знаете, если что-то сделаете, шаг влево, шаг вправо, вы можете эти отношения можете потерять. Или может ту работу, которую у вас, знаете, вы можете именно, у вас может быть вот именно шаткое вот это положение. Поэтому обращайте внимание именно вот на начало месяца, мои дорогие девы. Следующая карта на начало месяца — это шестерка кубка. Почему и дает вот именно контролировать вот именно вот это равенство? Почему? Потому что у вас именно в декабрь месяца будет такая, знаете, такое состояние, то, что вы будете вспоминать о прошлом. Вы как будто пойдете вот в то состояние, как было в прошлом хорошо, как у меня было вот хватало вот это, как у меня было вот эти моменты, как бы даже вот именно вот в начале вот это, как будто у вас это происходит, то, что вам даже те прошлые моменты, как будто они не хватает вам. Давайте посмотрим в середине месяца, что вас ожидает, мои дорогие. Это повешенное показывает, что вот в середине вы должны подвешивать именно какой-то ситуации. Вы должны понимать, что если что-то не развивается, то, что может быть в те отношения, то, что вам не устраивает. Здесь как будто даже если вы это понимаете, вам нужно контролировать. Вы не должны, вот знаете, может быть, здесь даже фортуна то, что вам как бы дает возможность что-то менять в вашей жизни, но вы как будто сидите, вот ждете, что эти перемены в вашей жизни сами себе произойдутся. Следующая карта на середине месяца, мои дорогие, это туз жезла. Нужно брать жезл в ваших руках. Нужно стремиться. Если вы понимаете, что хотите развитие какое-то, вы хотите перемены ваши, вот вы хотите, вы понимаете, что вы сидите на стопоре из-за того, что вы вот вспоминаете все прошлое, вот ваше, вот вы понимаете, что у вас опять вот именно середина месяца, вот подвешенная ситуация, здесь высшие силы говорят, не нужно сидеть, нужно брать жезл в ваших руках, нужно стремиться, нужно, знаете, бороться для того, чтобы вы не потеряли вот именно вот это состояние ваше, которое вот есть на началом месяца. Следующая карта на середине месяца – мир. Разрушить вот ваш мир или сохранить, все зависит от вас. Но если вы не хотите что-то, чтобы у вас именно вот, вот именно вот вы пришли к то, вот может быть даже в прошлом вот именно к то подвешенное состояние, вот то, что у вас ничего не происходило, то вы должны понимать, сохранить или разрушить – это ваш выбор, это ваше решение, то, что вы должны, ну, как бы, чтобы в вашей жизни было. Давайте посмотрим в конец месяца то, что вас ожидает, мои дорогие, это рыцарь жезл. Бороться, бороться и не останавливаться. Даже то, что вы горите изнутри, даже вы то, что вы понимаете, настолько у вас состояние плохое, то, что вы не хотите ничего, вы должны бороться. Почему? Потому что через столько борьбы вы достигнете те цели, может быть, те моменты работы, которые бы вы хотели, там повышение зарплаты или повышение квалификации, или здесь даже в отношении то, что вы бы хотели, что эти отношения перешли на другой уровень. Здесь вы не должны подвешивать эти состояния. Вы должны вот даже то, что горит изнутри, то, что вам настолько плохо, вы должны, знаете, перешагнуть вот именно это ваше состояние. Следующая карта на конец месяца — это двойка мечей. Закрыться. Вы должны понимать, если нужно закрыться от каких-то людей, которые вот вы из-за этого горите изнутри,
или там рабочие моменты вы должны закрыться, но это все вы сами должны. Почему? Потому что фортуна дает вам этот шанс сохранить то, что у вас есть, но вы как будто впадаете вот в то состояние из прошлого, вы как будто не хотите вот именно вот продвижения вперед, вы не хотите никакие перемены, вы вот как будто даже мне вот такое то, что вы даже как перед выбором каких-то сидите. Давайте посмотрим, что вам высшие силы подсказывают, какой-то совет вам дает на конец месяца. Паж мечей, бороться за свое место под солнцем. Конечно, вы должны бороться за свое, знаете, за свою правду. Не нужно вот за какую-то чужую там правду, но за свое вы должны бороться. И здесь даже вот то, что высшие силы говорят, вы люди, которые не останавливаются. Даже то, что у вас есть на данный момент, даже то, что вы достигли, вы не останавливаете, вы хотите идти вперед. И вы вот в конец будете какие-то, знаете, закрываться от каких-то людей, будете закрывать какие-то ситуации в вашей жизни. И вот именно сохранить вот этот ваш мир. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале, переходим в Инстаграме, там будут больше постов о Таро.